тюремечки. Чего тут нашел, Давид? Вставай скорее. Думаешь, куда бежать? Да, думаешь, куда бежать? Ну, прямо. Вставай. Пресынка выбрала такую футболочку, Амирчику, с дракончиками. Угу. Да, все. Надо отбеливатель купить просто. Давид, мы вот эту игрушку сейчас тебе поставим, положим. Красиво? Ты посмотри хоть, красиво? Надо? На тебе надо? Берем? Берем. Зашли в Карри, смотрим тут. Сейчас акция 2 по цене одного. А, 3 получается. 2 пары берешь, 3-я пара в подарок идет. Бесплатно. Забрала, грабить за них оставила. Вот сейчас сюда еще зайдем. Аминки, сандалики смотрим. К выпускному присматриваем. Или вот такие. Но они похожи. Вот эти, да. Мне кажется, вот не втирать. Симпатичные, кстати. Тяжелая, да? Не, я просто не подойдет. Плачу. Ну, поняла. А вон, смотри. Мы зашли в магазин. Love Snap Market. Типа фикс прайс. Тоже как Галамар, фикс прайс. Тоже недорогой здесь. Надо бы здесь взять сейчас освежитель воздуха. Тряпочки. Нагулялись, сидим у садика, выжидаем время, чтобы потом маме разобрать из группы, из садика. Давид! Давид! Так нельзя делать! Да? Песок на голову. Давида! Ай-яй-яй, мы сейчас домой пойдем. Нельзя. Ку-ку? Да. Да. Что, купили вон Давидику шапку, а Кристинке не нравится. Говорит, послушала меня. А она что-то ей ему
Так-то нравится, все нормально, но Кристине не нравится, что у нас ушей сползает. А мне нравится, нормальная шапка вроде. Куда ты полез-то? Что? Нет? Пойдем. Самолетик? Вставай. Иди сюда, Давид. Садись. Иди сюда, буду тебя качать здесь. Идешь? Все ползком. Идем за Амиром. Да, тут мусор, Давид, мусор. Пойдем, пойдем, тут мусор, мусор. Вот, вот. Посмотрите, Давид. Давид, повернись ко мне, Давид. Хотела показать, как шапка у него. Ну да, сползает немножко. Стой, стой. Ты нас потерял, что ли? И опять всю стирку кидать. Опять он грязный весь. Это нельзя, смотри. Давид, это не твое. Очень. Так. Голос как у Ксюши. Ну да, голос этот. Смотри. Давид, так это не твое. На место надо. Давид, вернись. Вернись. Хотела сказать, что на место поставила. Он уже у свиста. Забрали. Пойдем. Амир, пойдем около дома погуляем. Там много песка. Пойдем. Там хотя бы папа приедет. Мы уже дома. Я села попить кофеечку с печенюшками, с такими курабье и сверху вишневый джем. И сейчас покажу. Мы еще с Кристинкой зашли в Улыбку Радуги. Купила я себе тушь. Вивьен Сабо у меня закончилась. И подводку для глаз черную. И лак для ногтей. Ну, также еще зашли за продуктами, купили немного продуктов. Давид прибежал. А Кристинка еще забрали Амира. Вот из садика. Это осталось с ним на улице гулять, он не захотел домой идти. А мы с Давидом пришли домой. Потому что он весь грязный был, весь. Он, короче, его уже опять в стирку закинули. А здесь он в ванной, Давидик, ищет папу. Папа в ванной моется. Сейчас Фарух уйдет на репетицию. Готовится у них там на выпускном у Аминки танец. Папа с дочкой. Вот они ходят, все танцуют, репетируют. Папа в ванной моется, папа. Вот выходит. Потерял? Потерял папу. Давид, иди сюда. Все за папой ходит. Вот. Ладно, девочки, я сейчас попью чайку. Попозже включимся. Кристинка сейчас придет с улицы, сделает фунчозу. Вот, на вечер. Такие дела. Привет, скажи. Мы играем. Выкинь эту нюню. Выкинь. Все собрал? Молодец.
Давай еще раз собирай. Еще раз собирай. Неправильно. Вот. Переверни. Не так. Нет, смотри, Давид, как. Вот сюда. Вот. Вот. Молодец. Молодец. Круг. Круг. Это круг? Он еще, смотри, есть. Еще есть, еще, Давид, еще есть. Молодец. Молодец. Все, пришли. Раздевайся давай. Амир, сразу руки. Ну-ка, что-то. Отдай. Руки мыть, руки мыть. Иду заснять. Для фунчоза нам понадобится обжаренная курица. После нее мы обжариваем перчик. Пару минут, минут пять. Нет, четыре. Баклажаны тоже где-то четыре. Фунчоз на 3 минуты в горячем кипятке. И соевый соус нам понадобится. Да. Обжарили курицу. Ее мы не солили, ничего. Немножечко добавила приправки. И все. Сейчас ее убираем. На этой сковородке обжариваем перец и баклажаны по очереди. Теперь обжариваем перчик. Тоже не соль, ничего, просто обжариваем. Чтобы он немножечко стал мягким. Обжарили перец. Добавили масло. И теперь в это масло мы добавляем баклажаны. Тоже не солим, ничего. Также обжариваем баклажаны. Пока они будут обжариваться, мы закипятим, заварим, не знаю, как сказать, заварим фунчозу. Красота у нас. Тут курочка. Тут уже перчик. Фунчозу положили. Горячий кипятком. Горячий. Заливаем. Прям хорошо так. И засекаем ровно 3 минуты, чтобы она размякла. Вот так вот. И у чайника. Баклажаны почти обжарились. Фунчоза у нас тоже тут заварилась. Я ее тоже не солила, ничего не делала с ней. Просто заварила. Так. Баклажанчики у нас уже все тут готово. Мы баклажанам добавляем курицу нашу. Туда же перчик. Заливаем все это соевым соусом. Соевый соус достаточно соленый. Сейчас все у нас просолится. Короче, что-то немножечко, походу, не рассчитала. Нормально, нормально, нормально. Вот. Все это теперь перемешиваем. Сейчас под крышечку, чтобы немножечко оно потушилось. Буквально пару минуточек. Я покажу, что мы будем делать дальше.
Вот, в общем, мы соединили все ингредиенты, залили соевым соусом. Не знаю, сняла это или не сняла. И теперь у нас парочку минуточек это все потушилось. Теперь сюда мы добавляем фунчозу. Опа. Вот, и это все перемешиваем. Будет мешать. Чтобы она прямо смешалась, вся питалась соусом этим. Поменяла цвет. Ну, конечно, целая параша. На два дня. Да, похоже, я завтра готовить не буду. Ноги быстро закончатся. Дай бог мне на работу попасть. Да, тут много. Дети такое не едят, поэтому завтра хватит тоже. Да, рук на работу. У нас сейчас не остается много. Ну, не остается, но... Но в этот раз я много приготовила. Ну, в общем, так хорошо перемешиваю. Чтобы она поменяла. И начинки. Курица много положила. В общем... Все нормально, все супер вкусно сейчас будет нам. Вот так вот. Вкусняшечка. Все, а я тем временем буду сейчас помою вот эту посуду, что-то накопилось. Вот. Вот такая у нас красота получилась. Все приготовилось. Сейчас мы все положим. Конечно, длинные, но чтобы разрезать. А ты не резала, что ли? Раз не порезала. А. Так, ну ладно, не страшно. Я обожаю фунчозу. Увидела я ее в этом, как он называется? Инстаграм. В Инстаграме. У знаменитой Гуар. А в Денисансе, который визажист. Вот, она тоже постоянно готовит. И ему раз. За разом, когда нечего уже готовить. Когда все уже приедается. Да, так очень вкусно. Ну, я люблю, когда она порезанная. Можно в тарелке так. Ну, блядь, да, порезать. Можно, да, постричь. Да. А так вкусно получается у Кристины. Такое вот у нас получилось блюдо. Фунчоза с овощами и с курицей. Давай. Снимаю, как он будет пробовать. А Давида тут уже... Да, ого, что? Давай я тебя пододвину. Знаешь, я не знаю. Вот снимать пробу. А вы что, без хлеба, без салатика? Вот. Не, салатик. Приятного аппетита. Ну, конечно, немножко приготовила, но... Да. Соленая. Может, это... Ну все, девочки, уже вымыла посуду. У нас время 9:00, Давид вылезает. А на мерчик кушай нормально. Я умоляю папу. Вот. Амир, как тебе? Я папу умоляю. Телефон просит. Да. Сейчас Давида спать, споласкиваться и спать. И вы уже спать. Время у нас 9:00. Сейчас хотела поиграть, пазлы пособирать, а время уже не успели. В воскресенье папа. Пособираем, да? Завтра я на работу, девочки, завтра пятница. Пятницу и субботу работаю. В воскресенье я уже буду дома.